Вітаю, друзі! Мене звати Уляна Шух, і я не дуже вмію готувати і правильно харчуватися, але, як і кожна дівчина, мріє виглядати як зірка. Тож сьогодні я запросила до себе на кухню експерта у цій справі, професійного тренера з фітнесу та функціонального тренінгу VIP-класу Сергія Шеремета. Сергій, вітаю тебе! Вітаю! Так, ну що ми сьогодні будемо робити? Яку таку корисну справу? Ми сьогодні будемо запікати лосось. Это, кстати, такое блюдо очень интересное и очень легкое приготовление, потому что я раньше боялся сам готовить, на самом деле, но так как уже больше... Да, на самом деле это такая история, когда люди думают, что рыба – это что-то такое сложное, ресторанное. На самом деле нет, это очень просто, для холостяка вообще идеальное блюдо. Очень быстро готовится, мы сделаем лосось в духовке и для него же сделаем соус с этих ингредиентов. Что нужно добыться? Так, нам нужно будет для нашего соуса сливки, яйца, горчица и сметана. Все у нас на месте. Да. Также мы сейчас еще его сами немножко подсолим и подперчим. Для этого нам, мабуть, знадобиться какая-то емкость, и я ее сейчас возьму, так? Да, оно... Так, давай пояснимо одразу нашим глядачам, чому VIP-тренер. Сергій, в тебе ж тренуються наші українські зірки естради та блогерства, так? Оля Полякова, хто ще? Діана Долматова. Долматова, так, теж тренується, блогер, звісний. Ну, багато, насправді, людей, які можна, мабуть, прирівняти к VIP-класу, але я б не хотів їх озвучувати, фамілії всі, тому що є деякі люди, які просто не афішуються. Тому, о тих людях, о яких можна поговорити, давайте о них обсудимо, якщо є якісь питання цікаві. Перемивати кістки – це дівчача улюблена справа. Що ми робимо з рибою? Лосось. Мы сначала его будем солить. Мы его сами просто натираем, максимально солим, для того, чтобы это было максимально вкусно. Чому ты обрав саме лосось? Не якусь іншу рибу, не м'ясо, наприклад, а от саме цю страву? Лосось, потому что он максимально жирный. Он максимально жирный и максимально вкусный. При этом всем, как бы, он очень легко запекается. Потому что я люблю вкусно покушать, это факт. И, в принципе, как бы, я считаю, что любая диета, как бы, она должна базироваться именно на вкусовых качествах. Потому что чаще всего вот люди приходят, да, как бы, с каким-то запросом похудеть, а раньше они там ели, допустим, просто какой-то фастфуд и привыкли баловать себя какими-то, по их мнению, вкусными вещами. Хотя на самом деле можно очень вкусно питаться и готовить полезные продукты, которые будут максимально эффективно сказываться и на похудении, и на коррекции здоровья, также его сохранение. Давай я тебе буду чем-нибудь допомагать. Да, пожалуйста, еще мне перец. Так, перец. Да, перец. Тримай. А я можу поки робити соус? Да, конечно. Нам нужна эта емкость сюда. Нам нужно налить 100 мл сливок. Так, вони у нас є. А скільки відсоткові вершки нам потрібні? Я рекомендую всегда брать максимально жирные сливки. Виливати вже можна? Да, виливаем. И также сметана. И вот по сметане нам нужно еще сюда положить 3 столовые ложки сметаны. Дай мне, будь ласка, ложечку. Так, держи. Слушай, ты сказал, что лосось ты обрав, потому что это жирная рыба. А чему ты обираешь жирную ежу? Я, до речи, чула, ты же працюешь с VIP-клиентами, я чула, что сейчас очень модная диета, какая-то у Ким Кардашьян, и Тина Кароль на ней сидит. Это какая-то диета, где очень много жирів нужно споживать, ледь не наибольшую количество. Да, это кето-диета, на самом деле. Я не знаю, кто на ней сидит, то есть, опять-таки, я тоже ее сейчас практикую. Ты тоже? Да. Вживаешь наибольшую жирів? Ну, это сейчас у меня такой эксперимент личный, потому что на самом деле очень много разных противоречий в плане исследования диетологии. Одни говорят, типа, это круто, это работает, это вот так вот классно. И ты решил на себе проверить. Да, я вообще больше экспериментирую, по большей части. Так, сюда до соуса что нам еще потребуется? Нам нужно сюда еще добавить 2 яйца. И выделочку, будь ласка. Одну и вторую. Ага, дякую. Так, слухай, еще раз, к
кето-дієта. Да. І ти її випробуєш на собі. Да, кето-дієта, вона базується по більшій частині на основном количестве именно жиров. Там примерно около 80% жиров идет. Ну, среднее количество белка, даже, наверное, малое, 15%. И совсем немножко углеводов, которые поступают по большей части с овощей. А чем это даже... корисно? Как можно споживать много жира и при этом худнуть або сушиться? Ну, я просто взаимосвязок не могу зрозуміти для себя. Ну, вообще, ситуация похудения, она не из-за продукта происходит, а из-за калорийности продуктов. Есть цель набрать, делаем максимально калорийное блюдо, рацион максимально калорийный. Есть цель похудеть, делаем низкокалорийное. Поэтому главный просчет идет на калории. Можно одно блюдо съесть, допустим, 100 грамм, оно будет низкокалорийным. И съесть 300 грамм, оно будет высококалорийным. А ты можешь так порахувати и сказать, сколько калорий, например, наша страва с тобой будет? Ну, это будет прям очень калорийное блюдо. Именно лосось в сливках, с яйцами, со сметаной. Это прям все очень высококалорийное. Опять-таки, просто я его готовлю для себя. Потому что я много расходую. Сьогодні я попадаю просто, да? Да, ты так же будешь много расходовать, да. Ну, доведеться тренуватися, що робити. Ну, а куди діватися? А які дієти зараз, ну, не знаю, модні, не модні, ну, популярні серед там, наших, не знаю, страдних діячів? Мені так подобається це слово «дієта», да? На самом деле, как бы, самое главное, это, чтобы человек держал просто постоянный рацион, постоянство. В любом похудении, в любых спортивных достижениях самое главное – постоянство. И когда человек садится на какую-то диету, это не всегда эффективно. Потому что чаще всего это какие-то очень жесткие ограничения. И если человек к этому не привык, он по-любому сорвется. Поэтому все эти диеты, которые, ну, еще немножко из прошлого, да, там, кремлевская диета, ну, капустяная диета. Ну, они были очень популярны сейчас. Они эффективные были. Они и сейчас эффективные. Если их притримуватися? Ну, сможешь ли ты держать, допустим, кремлевскую диету там, на одной капусте ну, год, допустим? Наверное, нет, правильно? Ну, звичайно. Более того, как бы это проблема со здоровьем. Потому что здоровье – это, в первую очередь, именно сбалансированное питание. Нам еще нужно добавить сюда горчицу. Горчицу? И все? Горчицу, и еще сейчас да. потримать будет? Горчицу, ну, примерно таких... Три вилочки. Угу. Так. Давай так. Раз. Да, один, два. Ну, це майже вся. Да, досить? Хватит, да, хорошо. І переактивно перемішуємо. Я так розумію, ми використовуємо як маринаду цю штуку, да, цей соус. Да, ми будемо заливати, чи ми просто покладемо туди лосось і його потім. Взагалі я стараюсь маринувати по більшій часті, десь около часу, для того, щоб максимально він пропитався лосось. Ну, ми його зальємо, в принципі, він особо вкусове качество не потеряє. А як про тебе от, дізналися зірки естради? Ти ж не одразу почав тренувати VIP-клієнтів? На самом деле, тренерство – така вещь, що все приходить з опитом. Наверное, як в будь-якій другій сфері. І, звісно, любое нове обучення, воно вносить свою маленьку частичку в твоє образование, самообразование. Угу. И повышая максимально свою компетенцию, ты выходишь на более высокий уровень. Ты достигаешь лучше. Дай, пожалуйста, еще формочку для запекания. Угу. Так, я раздаю. Да. Нам ей потребно чем-то смачивать? Буквально немножко. Мы сюда вот... Можно уже я буду руководить процессом? Это я лишь за, слухай. Да, мы немножко выливаем сюда нашего соуса, для того, чтобы поставить... лосось и выкладываем два кусочка. Я, кстати, стараюсь больше брать именно филе лосося, а не цельные такие тушки. И дальше мы просто поливаем. Отправляем в духовочку наш лосось. Мы ее уже заздалегідь разогрели. Хорошо, примерно ставь на 220 градусов температуру и на 25 минут до полной готовности лосося. Так, чудово, я пішла ставити. Салат у нас основа – это зеленолиственные, это обязательно. Лучше всего брать листья салата, шпинат – очень полезный продукт. На самом деле люди почему-то больше кушают там огурцы, помидоры. На самом деле вся польза сконцентрировано именно
зеленых листьях. Поэтому мы максимально добавляем также петрушку туда, укроп, лук, все что угодно, что имеет зеленый цвет и листья. Это прям очень полезно. Ти не розповів все ж таки, як ти став віп-тренером. Як став я тренувати? Так, да? Я ж зараз візьму дощечку, що собі да, також буду тобі допомагати. Бери помідори, черри і нарізай їх. Нарізай, я тебе подам. Нарізай просто з половинки. Ага. Так. А я буду в це время нарізати перец. Тренирую я давно уже, примерно 8 лет. До этого занимался тоже активно спортом, и единоборствами, и фитнесом. И, в принципе, по мере опыта приходят новые люди, приходят новые знакомства, причем с самых разных мест. Никогда не знаешь, где ты найдешь нового клиента. Так, и даже ты нашел. Смотря кого. Ну, Олю Полякову. Ну, слухай, про кого може бути ще цікаво? Про Олю розкажи. Оля, да. Я раньше снимался активно в клипах. Также работал помощником режиссера Лены Винярской. Знаешь, не знаешь? И ты снимался в ней в клипе? Да. Як это так? Я, може, просто не это был клип номер один. Меня как раз пригласили на участие в этом клипе. И вот приехал, и так это вот на самой площадке уже как бы разнакомились, разобщались. Еще ты сказал, давай я тебя потренирую, бо ты недостатня питаняшка, чи що? Нет, на самом деле, вот по Оле она почти всегда в форме. Я тебя высыпаю. Слухай, а якісь примхи є у людей там вип-статусу, знаешь, типу, я не буду це їсти, я не буду цю вправу робити, я думаю, что на самом деле это больше влияет не от статуса, а от характера человека. Потому что какие-то моменты есть у людей разного уровня, разного статуса, разного дохода, известности и так далее. Кто-то более капризный, кто-то менее капризный, кто-то прямо человек-робот, который именно как прям автомат все делает и следует питанию, следует тренировкам, не спорит. Бывает такое, что ты приходишь на тренировку, и прям вот она вот, ну, заходит тренировка. А бывает такое, что не идет. День на день не похожий. Точно так же и люди. Ну, але ж тобі доводиться якось там приїжджати, наприклад, я не знаю, чи ви в звичайних залах тренуєтеся, ну, от поряд із... Вообще вопрос идет больше во времени человека. Насколько он его ценит, насколько у него его много. Поэтому, если человек времени располагает, то, конечно, мы договариваемся на наиболее удобную локацию для нас двоих. Если человек времени не располагает, то чаще всего я приезжаю на локацию к клиенту. Поки ти перемішуватимеш, я запрошую тебе взяти участь у нашій першій рубриці. Чудесно. Це рубрика «Міф чи реальність». Друзі, ви також обов'язково беріть у ній участь, перевіряйте свої знання або інтуїцію. Я беру зазвичай факти з інтернету або найрозповсюдженіші міфи про дієти, про там наші інгредієнти, які ми використовуємо, про там харчування корисне або про вправи. Фізичні, сьогодні це твоя специфіка. Моя тема. У вас 3 секунди на роздуми і обирайте варіант міф чи реальність, який з'явиться під питанням на вашому екрані. Тобі я зачитуватиму ці питання. Отже, номер 1. Алкоголь і тренування не сумісні. Совместимы, но, конечно, на качество тренировок это влияет. И самое главное, я всегда говорю о том, что изначально вредных продуктов их не бывает. Бывает вредное количество. Но самое главное – это грамотный баланс. Тобто, ну, фактично, це міф, те, що не сумісні. Да, от більше кряду міфа. Так, давайте міф. Питання номер 2. Це вже, до речі, про вправи. Ми ще про них обов'язково поговоримо. Найкраща вправа для красивої попи – це присідання. Це точно міф. Це от 100% міф. Як так? Це навіть не обсуждається. Тому що самое главное – это активация мышц, мышечных волокон. И когда мы говорим о приседаниях, то это более базовое упражнение.
Слухай, ну зачекай, ну всі просто з кожної праски нам розповідають про те, що присідайте для красивої. Ну, це просто саме легке, саме розпространене упражнення. І по факту його думають, що вміють робити всі, але на самом деле, когда я начинаю разбирать тренировочный процесс человека, который ко мне пришел, я вижу, что в 90% случаев люди вообще не умеют приседать правильно. Если брать в процентном соотношении, то, допустим, приседания активируют ягодицы на 56%, в отличие, допустим, от выпадов. Обычные выпады краще, ниже приседания. Лучше на 10%. На 66% активируют ягодицы именно выпад. Отличное упражнение махи. Это вот просто идеально для ягодиц, которое включает именно ягодицы. Махи ровной ногой, махи наверх, махи на сторону. Это все можно включать в процесс тренировки. И это будет максимально активировать именно ягодицы, при этом не включая в работу наши мышцы ног. Друзі, зараз просто розрив шаблону. Присідання не качають сідниці. Качають, але не найкращим чином. Слухай, ну ми відмічаємо це як міф тотальний. Це просто, щось дивовижне. Да. Третє питання, воно таке, мабуть, вузькопрофільне до тебе. Легше тримати себе у формі, коли в тебе багато грошей. Це дуже розповсюджена думка, тому що, знаєш, ти можеш собі, ну, то, навіть той самий лосось, він не дуже дешево грошей коштує. І існує така думка, що от люди, які забезпечені дуже сильно, вони можуть собі там дієтолога якогось, косметолога, там ще когось, кимось себе забезпечити, так? Я понял вопрос, да, я понял вопрос, и изначально скажу, что это неправильно вообще, это полный миф. Почему? Потому что можно держать тонус организма, свою форму физическую, свое здоровье, при этом не прибегая к специалистам. Но специалисты высокооплачиваемые, они на этом специализируются, это их работа, их хлеб. И когда человек специализируется в другом направлении, он там зарабатывает, а тратит на специалистов. Mm-hmm. И поэтому любой человек может освоить даже минимальные азы диетологии, тренинга, косметологии, ухода за собой. Но, конечно, когда человек может себе позволить время и средства, то он заказывает услуги специалистов. Это упрощает немножко задачу. Но когда мы говорим реально либо нереально, то, конечно, реально при любых средствах. Держать себя в форме, в тонусе и в хорошем виде. Тобто, друзі, не шукайте відмазки. Ми розвінчали сьогодні три міфи. Слухай, у нас іноді хоч щось реальність є, а сьогодні три міфи. Салат у нас готовий, я подивлюсь, як там наша риба. Да, давай. Слухай, вона так пахне дуже круто і виглядає просто неймовірно. Очень просто і швидко. Сереж, ну слухай, мені вже не терпиться просто це спробувати. Я тебе запрошую до столу. Я думаю, давай ми з тобою перемістимося. Давай, пройдемо, я візьму салат. Нарешті це все спробуємо. Так, а я візьму тарілочки. Сергію, це дуже-дуже смачно, серйозно. Я просто ледь втримую, щоб не доїсти це, знаєш. Але в нас є ще одна рубрика. Рубрика «Цікаві факти». Зараз я тобі задам три запитання. На них буде по 4 варіанти відповідей. Ви, дорогі друзі, також можете брати участь у цій такій інтерактивній грі. Будуть цікаві факти історичні про лосось, про зіркових людей. В тебе ж VIP-клієнти сьогодні, у нас така тематика. Отже, і тобі потрібно буде обрати один із варіантів відповідей. Один лише правильний. Що, починаємо? Попробуємо. Так. Питання перше. Про лосось. В природі існує кілька підвидів лососю, один з яких носить назву річки, що протікає в Україні. А. Горинь. Б. Дунай. В. Збруч. Г. Черемош. Дунайський. Дунай?
Ти знав це? Ти знав правильну відповідь? Ні, не знав. А як ти виявив? Ну, це правильна відповідь. Може, слухав просто, ну, не пам'ятаю. Це один із двох видів прісноводних лососів, які не мігрують з океану, до речі. І він дійсно названий на честь Дунаю. Слухай, ну швидко ти впорався з цим. Я думала, зараз якісь будуть догадки, там, горинь, можливо, або черемош. Так, питання друге. Найпопулярніша професія серед дружин мільйонерів. Ти вже знаєш відповідь чи що? Ні, догадуюся. А, по своїй аудиторії. Ну давай. Так, давай, давай перевіримо. Значить, найпопулярніша професія серед дружин мільйонерів. А. Модель. Б. Домробітниця або гувернантка. В. Вчителька. Г. Секретарка або особиста помічниця. А нужна реальна статистика или... Ну, це статистично, відповідь одна тут правильна. А, статистика, я более чем уверен, то, что это вчителька. Это вот 100%, да? Так, це правильно відповідь, слухай. Да. Ну, ти знаєш свою аудиторію. Ні, я знаю її, но, как бы, но среди моєї аудиторії нету ні одного учителя. А хто? Всі моделі? Домработниця більше, наверное. Так. Ні, ну тут мається на увазі як професія, та гувернантка, типу, не те, що вони вдома сидять, а? Ні, ні. Нету по образованню преподавателей. Немає, але за статистикою. Ну, статистика, так. Я ж говорю, как бы, я просто когда-то эту статистику слышал, но реалії они другие немножко. Друзі, а ви знаєте, що вчителька це найрозповсюдженіша професія серед дружин мільйонерів. Так, ну третє питання. Ти дуже швидко все проходиш, слухай. І ще жодного разу не помилився. Шестиразовий чемпіон стародавніх Олімпійських ігор Мікон Кротонський тренувався, бігаючи по стадіону на плечах з А. дружиною, Б. донькою, В. телям, Г. деревом. Це стародавня Греція, він шестиразовий олімпійський чемпіон і тренувався, бігаючи по колу. Щось таскав на плечах. Дружина, донька, теля чи дерево? А скільки жена весила? Не знаю. Не знаю навіть, як тоді зважували. Дуже важливо. Ну, логічніше всього з брівном, але краще всього з ягненком. А чому краще всього? Ну, то свободний вес, його потрібно стабілізувати постійно. Ну, його легше взяти. Тобто, ну, його легше взяти, то типу, потрібно стабілізувати постійно. Слухай, в тобі просто говорить спортсмен. Ну, це правильна відповідь. Він бігав реально з телям. І мало того, спочатку це було просто маленьке теля, а потім, коли він виріс, то цей Мікон, він цілого бика на собі таскав. І це була прекрасно. Така розвага для місцевих жителів і навіть колісницю. Слухай, всі правильні відповіді сьогодні. Я не очікувала, що так швидко, але... Ти знаєш. Факт є факт. Ми дізналися багато цікавого. По-перше, про вчителів, так? Подожди, от опять-таки за вчителей, да? Так. Статистика статистикою, но если вы хотите выйти замуж за миллионера, будьте моделлю и косите под домохозяйку. Клас. Ну, з такою їжею, хоча ти сказав, що вона дуже сьогодні жирна і калорійна, але я сподіваюся, що я це все вибігаю. Ну, саме головне баланс. Якщо ти не перебираєш по кілокалоріям, то навіть жирна їда, вона не піде во вред. Тим більше лишні кілограми. Сережа, ну хто ти точно знаєш, як видати, як зробити з дівчини модель, так, і можливо навіть видати заміж її за мільйонера. Да. Скажи, а дуже ж часто таке буває, що тренерів дуже ревнують до своїх там дружин. Це реальна історія. Более того, как бы я очень часто замечаю по аудитории, что задают даже бывают некорректные вопросы. Ну, не хочу їх озвучувати, наприклад, ну, в ефірі. Давай я озвучу. Ти запитує, чи спиш ти зі своїми клієнтками, чи що? Да, но в более такой грубой формі, скажімо так. Ого. Да, то есть, ну, на самом деле, как бы, аудитория такая провокационная. И, конечно, это полный миф, это полная неправда, это как минимум некомпетентно с точки зрения хорошего тренера. Угу. Как максимум, я за свою жизнь беспокоюсь. А що, ну погрожували, були такі? Ні, ну при чому тут? Ні, звісно, якби. Ну, а є такі строгі, от ревниві чоловіки, які кажуть так, ти не торкайся її, не наближайся. Ні, але я думаю, що ми вже живемо немножко в другом обществе, которое это может просто обозначить своим статусом. То есть чаще всего я знаком с семьями моих подопечных и в первую очередь с мужьями. Угу. И, конечно, когда я с ними знакомлюсь, я испытываю уважение и к ним.
первую очередь. Поэтому даже никаких телесных контактов, чего-то большего, кроме тренерства, быть не может. Это очень важно. И на самом деле, наверное, мудрый мужчина, он сможет себя так обозначить, не прибегая к каким-то грубостям либо угрозам, что и так все будет понятно. Угу. А якісь особливості тренувань із VIP-клієнтами існують? Чи ти їх тренуєш за звичайною схемою, там, звичайного, не знаю, там, понеділок, середа, п'ятниця? Я понял вопрос. На самом деле нету такого понимания, как обычное. Каждый человек индивидуален. Угу. И специалист, независимо от того, с каким классом людей он работает, он должен давать именно индивидуальную программу. На ком-то работает 3 раза в неделю, на ком-то работает 6 раз в неделю, на ком-то работают больше силовые нагрузки, на ком-то работают больше аэробные нагрузки. Это все зависит от многих факторов, от его восстановления, от его образа жизни. И самое первое – это от его целей. Сейчас нету тенденции, что люди хотят там быть качками, да? Сейчас люди так, хотят... Так, она уже прошла. Да, она прошла, это фриковая тема, то есть быть качком. То есть, угу. Да? Ну, потому что все уже увидели, на самом деле, к чему это приводит, и проблемы со здоровьем, и тем более, ну, общество не воспринимает качков. Тем более сейчас именно вот тема бодибилдинга, она вышла на... уровень чего-то такого общепринятого. Это уже больше как фриковость получается. Если раньше, вот допустим, да, вот Шварценеггер, угу. на него дети смотрели, говорили, вау, я хочу таким быть. А сейчас на качков смотрят и говорят, ну, что за котлета? Ну, реально. Люди не хотят им подражать, дети на них не равняются. Тем более, когда мы говорим именно о женском бодибилдинге, то, ну, там взагалі, да, это другая тема, то есть, да, другая тема. То есть, и когда девочки приходят именно за формой, то чаще всего они сами хотят именно потянуть свои проблемные зоны, где-то немножко подправить общий образ. То есть качаться уже люди не хотят, и это угу. правильно. Слухай, що... ми все про дівчат та про дівчат. А чоловіки клієнти в тебе є? Їх багато? Есть, но аудитория все равно больше девочек. Да, на самом деле, это может быть нетипично для мужчины-тренера, но на самом деле, как бы, я уже давно для себя определил то, что мне намного комфортнее работать именно с девочками. И по большей части я образовывался... А почему? Они больше працюють, чи вони, чи просто тебе? Знаешь, вот на самом деле, как бы, это тоже факт. На самом деле девочки выкладываются больше, нежели парни на тренировках. Ну, я просто вот, чула, вот в общей статистике, да, вот общей статистике, когда мы не говорим о про спортсменах, а вот именно общая статистика, угу. то девочки, ну, у них стимул больше. У девочки изначально есть момент быть красивой, да? У парня момент больше деньги зарабатывать. Угу. А с какими запитами чоловіки приходять? Чого хочуть? Мужчины чаще всего приходят с запросом скинуть живот. Все. То есть, ну, вот реально. Да, есть там, типа, я там хочу там здесь, здесь, там все, как бы, да. Это все решается, конечно. То есть, да, но основной запрос – это именно скинуть живот. Как у девочек основной запрос – я хочу там попу и при этом небольшие ноги, да? Угу. То у мужчин, как бы, хочу убрать живот. Сереж, ну, наостанок. Таке питання найактуальніше перед кожним літнім сезоном, а у відпустки я впевнена, що оці моделі домробітниці літають часто. За місяць до відпустки. Чи можна схуднути взагалі? Як це зробити? Да. І найголовніше, мабуть, правило для... Можна. Ти сказав «да». Да, можна. Звісно ж, можна. Вопрос в тому, скільки кілограм потрібно скинути, і вопрос в тому, яка має бути ця форма. Если мы говорим зараз просто, если мы говорим, допустим, просто скинуть там 4-5 килограмм, да, если это обычный вес, там, ну, допустим, 60 килограмм, угу. то это вполне реально. И просто, ну, рекомендация: больше бегай, меньше жри. Класс, це не міф. Да, это правда, конечно. Самое главное это опять-таки расчет килокалорий. Если вы находитесь в дефиците, то вы скидываете вес. Если профицит, неважно какие продукты, будь то салат, ну, конечно, салат там тяжело набрать профицит, но тем не менее, если профицит калорий, вы набираете. Если дефицит, человек скидывает. Угу. Вот и все. Поэтому делаем дефицит, создаем больше активность, даже просто бытовую, даже просто ходить больше, даже просто по дому убирать не час, а два. Это все равно активность. И тогда создаются те условия, в которых можно скинуть больше, даже нежели ожидаешь.
Сереж, я тобі щиро дякую за такий екскурс у правильний тренінг. І цей просто неперевершений лосось. Мені вже не терпиться його прикінчити. Друзі, у нас в гостях був професійний тренер з фітнесу та функціонального тренінгу VIP-класу Сергій Шеремета. Сереж, я тобі дякую. Спасибо. І давай вже доїдати.